надежды, а в душе надежда. Между ними километры, но он хранит нежно. Это фото, распечатанное дома. На нем она, его звезда, его примадонна. С восхищением рассматривает каждый сантиметр. А она крепко сладко спит далеко где-то. И для него разлука невыносима была. Их интернет-роман, его счастливая судьба. Тронулся состав и застучали колеса. И он на сутки погрузился в свои грезы. Его нервы, как перетянутые тросы. Как успокоиться не может, найти способ. Ее образ, облик чудесный, застыл его истерзанным расстоянием сердца. Он мечтает о том, как ее обнимет крепко и скажет: я так сильно ждал этой встречи. Я взял тебя в чужих городах, я скучал в пустых поездах, я встречал тебя в чьих-то глазах, в этих живых словах и не сбывшихся снах. Стук колес ему не до сна. Так счастлив, как будто звезду с неба достал. В душе весна, а за окном морозы. И кажется, что в жизни в первый раз все настолько серьезно. И вот уже в окне огни незнакомого города. По телу дрожь, но это не от холода, волнение. Его ноги вступили на перрон. И вот она, в которую он был влюблен. Но почему в ее глазах он не видит искры? Ее взгляд остыл, ее слова пусты. В чем дело, что с тобой, любимая, объясни? Куда твои ласки и нежность внезапно ушли? И эти дни, проведенные с нею без чувства, она сказала, провожая его грустно. Зная, возможно, от слов этих будет больно, но для меня это просто было прикольно. Прости. Все, что было, твоя пила.